Еще недавно мало кто мог себе представить, что некоторые профессии просто исчезнут, а людей на производстве смогут заменить роботы. Прогресс идет вперед, а это значит, что стремительно меняющийся мир требует перемен и в сфере образования. Сегодня очень важно, чтобы молодые люди практически со школьной скамьи понимали, что профессию нужно выбирать именно ту, которая будет востребована сегодня и завтра. Именно поэтому в Восточном Казахстане, даже в самых отдаленных населенных пунктах, открываются IT-классы, позволяющие использовать все возможности дистанционного обучения. А работу кабинетов робототехники уже высоко оценили не только на областном, но и на республиканском уровне. Порядка 378 школ, 378 классов будет установлено во всех буквально малокомплектных школах. Помимо этого мы установим более 500 актив-панелей. Это специальные доски интерактивные, которые приобщат наших детей к изучению предметов, естественно, научных дисциплин в новом цифровом формате. На эти цели уже в бюджете выделено 890 миллионов тенге. Будет закуплено 3900 новых компьютеров, и в процессе уже они идут поставки. 573 учителя прошли интенсивную подготовку на базе электротехнического колледжа семей и вот обучают уже наших детишек. Отрадно, что дети счастливы, они заинтересованы. Вы сами видите и свидетель того, что дети выбирают уже себе профессию, и она будет связана с инженерией, с архитектурой, с техническими специальностями. Это будущее нашей экономики, нашего региона, нашей страны. Этой весной в Усть-Каменогорске состоялся форум, на котором школьники представили уникальные модели роботов. Более 200 участников вместе со своими механическими детищами продемонстрировали гостям и членам жюри возможности, которые открывает робототехника. Это роботы, которые могут работать в сфере ЖКХ, и роботы, способные осуществлять свою деятельность под водой, роботы, ориентированные на поиск предметов, роботы-уборщики и множество других моделей. Ну и, конечно, ребята не смогли удержаться от того, чтобы не устроить битву роботов, которая стала достойным и зрелищным завершением форума. Очевидно, что ребята уже отлично понимают, насколько прочно компьютерные технологии вошли в нашу жизнь и насколько перспективна эта сфера для дальнейшей работы. И лучшее тому подтверждение – форум «Хакатон», где молодые программисты обменялись опытом и поделились своими разработками –